Председатель ТСЖ – посредник между управляющей компанией и жильцами. И действовать он должен только с согласия собственников. Об этом рассказал юрист. Уборка снега входит в перечень обязательных работ, и за это платят люди. Поэтому председатель ТСЖ не имеет права от этого отказаться. Чтобы разобраться в должностных полномочиях старшего по дому, нужно внимательно прочитать правила конкретного ТСЖ. Такой документ должен быть в управляющей компании. Как этому можно противодействовать? Ну, можно писать жалобы, начиная от прокуратуры, вплоть до жилищной инспекции. Но если председатель не вполне правильные управленческие решения принимает, на мой взгляд, это просто повод собрать внеочередное собрание ТСЖ и принять решение о замене такого председателя на более отвечающего интересам собственника.